Шаг за шагом, день за днем борется семья Таныгиных за своего сына. У 7-летнего Даниэля детский церебральный паралич. До 4 лет мальчик не сидел, не ходил, не говорил. С помощью благотворительных фондов прошел курс лечения в Китае, Томске. Сегодня он уже начал читать, рисовать, общаться. Мама Елена уже мечтает, как ее сын пойдет в школу. Но для этого нужен еще один рывок, который без посторонней помощи многодетной семьи Таныгиных не осилить. Любой курс – это шаг вперед. Мы хотим поехать в Московский институт новых технологий. Там вот есть методики такие современные, которые влияют на развитие именно головного мозга, чтобы его стимулировать именно в обучении. То есть все равно у него есть задержка развития. Лечение платное. Нужно почти 200 тысяч рублей. Сегодня Росфонд вместе с ГТРК «Новосибирск» объявляет сбор средств для Даниэля. Чтобы помочь, отправьте смс со словом «Дети» на номер 5542. Стоимость одного сообщения – 75 рублей.